Ужин в рыбацком доме Евгения Додолева. Такая гостья может сделать незабываемым. В гостях у меня актриса, которую один мой коллега представил как женщину-космос. Ольга Кабот. Прикосновение-то, может быть, и не надо для того, чтобы рассказать о чувствах. А когда обстановка располагает к откровенной беседе? Пошла вот сейчас целая волна вот этих каких-то разоблачений, так называемых харассмент. Домогательство. Мы пересылаем друг другу какие-то фотографии, вместо того, чтобы просто посмотреть друг на друга и сказать какие-то хорошие слова. Всегда можно узнать немного больше, чем напишут в газетах. За рабочую смену, то есть меньше, чем за сутки, по четверть миллиона получают, по полмиллиона. Ты говоришь 10, тебе говорят... Нет, Ольга Игоревна, 2. Ольга Кабо. Золотая рыбка. Это маленькое-маленькое количество этих антител. Премьера. Смотрите в пятницу в 17:30 на телеканале «Москва. Доверие».